А у нас сегодня ярмарка под самыми нашими окнами. Сейчас посмотрим поближе, что тут продают. Народу много уже подходит. Время 11 часов дня. Пошли мороженые ягоды. Можжевельник сушеный. Никогда не пробовала такую ягоду, можжевельник сушеный. Рябина черноплодная, калина. Рябина черноплодная, надо поосторожнее. Она сгущает кровь. Облепиха, пожалуйста. Черная смородина. Это я люблю. Это у меня заморожено с сада. Черешня без косточки. 350 рублей килограмм. Покупаем и делаем вареники. Чудесно. И вишня без косточки. И красота. Вареники со сметаной. Клубника 200 рублей. Ой, земляника лесная. Батюшки. Первый раз вижу землянику замороженную. Малина, клюква, вот такая крупная клюква, и брусника такая крупная, ой, какой хороший тут развал ягод. Тепленькая. Так, здесь что? Смесь мексиканская. Женечки, то я бы 4 взяла. Смесь гавайская. Что, беляш, с картошкой? Смесь овощная. Да, пирожки с картошкой. Давайте станем, пожалуйста. Смесь рататуй, 120 рублей, перец, цукини, баклажаны, томаты и лук. Первый раз такую вижу, рататуй. Для борща смесь, 120 рублей килограмм. Картошка, морковка, капуста, свекла, томаты. Брокколи, вот надо мне брокколи купить. Цветная капуста, 150 рублей, фасоль стручковая, грибы. Сейчас грибы поближе посмотрим. И горошек зеленый, 170 рублей. Кабачок, кубик, 80 рублей. Шампиньоны резаные, 180 рублей. И грибы шиитаки, 250 рублей. Так, вот носки нам надо какие-нибудь и варежки. Вот, есть у нас вот 65 мы пряжу берем, шерсти, содержание. А есть и 30%, а есть и вообще сэндэчку берем. У нас содержание шерсти, даже вот простая шерсть, и то разное. По цвету одинаковые, может быть, а содержание шерсти разное. Какие самые теплые? Самые теплые – это кролик и козьи. Если вот так вот сильно мерзнете. А так вот эти вот, они тоже хорошие. Вот померить, они а нежненькие, теплые. Эти 600 за 500 отдам. А эти... и козьи хорошие, гляньте, какие варежки. А эти почем? 350 за 300 отдам. У нас больше есть. Ой, какая красота. Какая красота. Топ-топ-топ. Покупают такие валеночки? Да, покупают. Это мальчику, наверное, это да? Мальчики. Мальчику. Это мальчик. Ну, цену называйте. 1300. Машинка какая прелесть. 1300. Господи, какие умельцы, а, в России. Вышивается да, все вручную. Вручную? Да. Валенки удмуртия, самокаточки вышивают наши девочки. Как-то они сверху потом, да, это? Как же они прокалывают это? Как же они вот это такой иглой. Иглой прокалывают. Такой огромный. Ну, они пусеньки. Ой, какие умельцы. Вот у нас внук родился. Подарите ему, что ли, такие валеночки? На следующий год, если только месяц, родился. Месяц. Месяц ему. Хорошо, будем еще отмечать. У вас тоже детская красота такая. Да, внук родился. Давайте одевать внука. Одевать внука? Конечно, а как? Бабушке для чего нужно? Он у нас в столице родился, в Екатеринбурге. Там уже набрали столько. Замечательно, мы тоже из Екатеринбурга. И вы приехали из Екатеринбурга. А там джентльмены шикарные на внука. Такого? Да, шикарно. Вот новогодние. Новогодние костюмчики. Вот девочки-снежинки. И сколько такой костюм снежинки? 900 рублей. 900 рублей. Прямо королева будет, принцесса. Поменьше размером. Цветочек такой на талии.
Ой, какая прелесть. Так, а тут у нас что? Носочки. Я люблю авокадо. Точно такие же получаются, только маленькие они. Угу. Я люблю там авокадо. Там всегда разные. Вот так же темно-серенькие они. Миньоны. Нет. Кто любит котиков, пожалуйста. 5-7 лет. 30-й. Вот Дед Мороз. Самый новогодний подарок. 30-й он нормально был. У меня у дочери 31. Сколько такие носочки? Эти по 100 рублей. По 100 рублей подарочек. Тоже котики. Нет, нам вот именно надо, чтобы потоньше. Потоньше вот этот. Ой, сколько разнообразия сегодня на ярмарке. Огромное разнообразие. Шашлыки, золото. Все как уже готово. Ой, какая красота. Готово есть? Свиной, куриный? Свиной. Вот свиной есть готовый. Свиной. Шашлыки, сколько плов мне сразу надо? Давайте. Олег, сделаем вот. И плов есть. Огромная казан. Кому это надо? Вот столик. С тобой. Да. Соус. Соус и лук. Угу. Вам можно 400, скидку сделаю. Спасибо. Так, пчеловодство пошло. Забрус, пчелиный природный антибиотик. Улучшает кровообращение, нормализует обменные процессы в организме, стимулирует иммунную систему. Что это такое? Не слышала. Я причишный, надлиповый. Алло? Ага, вы туда сейчас, да? Все, я уже. Уволец уничтожает вирусы, бактерии, грибки. Липовый мед с маточным молочком. Мед с живицей, мед с пыльцой. Липа с маточным молочком. Мед с прополисом. Это 785 грамм. А это 710. А это что такое? Это пыльца цветочная. А, 177 пыльца рублей. Цветочная. Ой-ой-ой. 200 рублей стоит. Пыльца цветочная. Так. И снова сладости пошли. Так. А такое чудо сколько стоит? И 180. 180. Так. Еще что-нибудь? Да все вроде бы. 357 рублей за все были. Она тоже все возможно. Сербет. Давайте такую. Вот я тоже хочу такую купить. На сколько такая вытянет? На 134 рубля. 350 килограмм. 350 рублей килограмм. Угу. Хочу такую штучку. 400. Вот еще кухонные гаджеты. Сколько такой стоит? 1000. 1000. Измельчитель молния, точно. Не вижу. 1000. Красота какая. А мясорубка сколько стоит? А, все по 1000. Ага. И комбайн здоровья. 1500. А, ножеточка, точно. Хорошая ножеточка. Она сколько стоит? 500 рублей. 500 рублей. А это какая-то? Как? Электрическая ножеточка. Электрическая? Первый раз такую вижу. Ножницы, все точно. Ага. Это сыр резать. Такую я знаю. У меня такая дома есть. Регулируемая толщиной. Во, какая мощная овощерезка. Какая-то гигантская овощерезка у вас. Это капусту. А, под капусту. Красота.
Сколько такая стоит под капусту? 300 рублей. Не так дорого. Сколько стоит? 500 рублей. 500 рублей стоит. Ага. Вот, порезали на досочки. И мусор сюда. Так, вот такие утепленное трико такое. Кальсончики мужские. И женские брючки. С такими полосочками. Самая нужная одежда зимой. Вот свитер на замочке. Ага. Это символ года. Полотенчики. Сейчас спросим цены. Кофточки пуховые. Так-то не работает. Только вот так торгуешь, да? А скажите, пожалуйста, цены. Сколько стоит кофточка? Не скажите, да? Ну ладно. Что я там увидела?